Привет! Привет! В общем, мы бледные поганки, начинаем свой вояж. Наше психоэмоциональное состояние достигло своего апогея. И для того, чтобы этот вулкан не взорвался, мы едем в теплую страну, где за недорого мы надеемся приобрести все блага земные. Хотя бы эмоциональный комфорт. Ну да. Мы просто едем загорать. И вести себя прилично. Да. Напомним, что курение и алкоголь вредит вашему здоровью. Сейчас... Вашему, но не нашему. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы пытаемся найти дикую утку. Это подарочный. В благодарность подарок нашему другу из Киева, который будет потом нас ночью перевозить из одного аэропорта в другой. Это уже на обратном пути. Да. Но мы эту водочку сохраним, потому что надо ее доставить в целости и сохранности. Я нажала на кнопку. А она не нажимается, она только выключается с пульта. В общем, приобрели гордость белорусской алкогольной промышленности в подарок тому самому Паше. Добыли, кстати, по цене дьюти-фри даже дешевле, чем в магазинах. В общем, первая миссия комплект. Ну, если Паша кого-то тебя, ее довезем. Есть у меня лично фамилия. Нет, Паша, я сохраню дикую уточку. Ну, в общем, посмотрим. Это первый раз в Пилаве, когда мы ходим по-человечески, нормально, сразу через рукав самолет. Мы не будем толпиться и морозиться в этих бусах. Аллилуйя, друзья, прогресс, он вот поступил. Класс. Но поскольку моя коллега и подруга настояла, то... Без выдержки, да, веселье, ребята, да? Нет, еще не время. А, подождите сейчас. Зеленые чемоданы. В общем, безудержное веселье началось. Вон там вот. А взлетают самолетики, на одном из таких самолетиков скоро полетим мы. Да, ты да я дам с тобой. И счастливое будущее. Вот так вот. Безудержное счастливое будущее. Вот вы буквально 3 часа и все. И скоро наши голенькие зубы. Зеленый чемодан. Да, и ты такая, Кать, твоя такая. Что? Мы уже приехали. Ну это будет самолет. Я поняла. Приветик! Привет! Я рада вас видеть! Ну что, начинаем наше путешествие. Вау! Море, ребята, Красное море, прекрасное Красное море, мы в восторге. Чем? Я бы не сказала, что оно теплое. Нет, не теплое?
Здравствуйте. Здравствуйте. А вот я. Тот человек, который пока только ножки мочит. Ну, давайте попробуем зайти. Ой, нет, все, я сегодня точно не пойду. Не пойду, потому как достаточно уже наплавалось. Вот, максимум. Мой сегодня максимум. Итак, явление Христа народу. Богиня Афродита выходит из пены морской. А ты на видео гораздо дальше, чем есть на самом деле. Друзья мои, это почти так же, как Гордея. Так, друзья, сейчас мы будем официально фиксировать момент возвращения блудного сына. Общественное порицание занесением в личное дело вот этой вот гражданочки. Эти очки, это ее очки. Иди сюда. Выговор, занесением в личное дело. Выговор, выговор. Мы уже хотели куда-то, мы уже хотели народ. Точно такой же матрас. Я такая думаю, вау, супер. А мы тут такая... Мы не знали уже, где тебя искать. Что ты скажешь в свое оправдание? Что ты скажешь? Я заснула. У нас осталось меньше часа до последнего, обратного автобуса. Голос она мой услышала. Жопа ты. Ты знаешь, мы же с спасателем хотели обращаться. Понимаешь? Все, выключи ее. Нет, я хочу, чтобы момент твоего общественного позора был запечатлен. Я поспала, поспала на солнце, ребята. Кошмар, ужас, ужас. Чундра. Мы находимся на центральной площади Шарм-эль-Шейха. Здесь вы видите гордость, жемчужину. Мусульманскую мечеть. Посмотрите, обратите, пожалуйста, внимание. Завтра мы тут будем. Итак, это наши новые друзья из Украины. Лилечка и Андрюша будут в нашем видеоблоге. Мультиязычная семья, кстати, потому что она говорит на украинском, он говорит на русском. Ну вот так и живут. И это любовь. Поэтому я утром и купаюсь. Не. Сейчас оно холодное. Я же не могу за целый день окунуться в море. Это ненормально. Поэтому взяла себя в руки и погнала.
друзья мои, есть проблема. За ручку это как-то поприкольнее плавать. Одной в море, в общем, вот это мое положение маски. Я делаю вот так. Вот. А так мне страшно. Я сама себя не ожидала. Я еще маску не намочила. В общем, все запотело, я наглоталась воды, чуть не задохнулась. В общем, просто поплавала. Срочно нужен соотечественник для морских экскурсий. Я включаю видеокамеру. Этот котик 2 дня на море, впервые окунается. Это надо запечатлеть. Я пищетлю на все гаджеты. Ну что, туристы, авантюристы, все, я готова. Ты готова? Ага. То есть ты готова купаться, пошли. Абсолютно. Я хочу это снять. А тем временем я плюю, значит, на стекло маски для того, чтобы оно меньше запотевало. Друзья, мне такой лайфхак, значит, посоветовали. Я жду беруши, потому что без беруши я плавать не могу. Я не люблю, когда у меня вода затекает в места, которые ей не следовало бы затекать. Посмотрели здесь, вроде как все более-менее герметично. Сейчас будем открывать новый подводный мир для себя. Посмотрим, насколько мне это удастся профану такому. Пока-пока. Много разных рыбок. Они были ко мне очень приветливы. Они были приветливы. Некоторые хотели поближе познакомиться, но я сказала, что я не готова, извините. Я видела, мне кажется, рыбу-попугая. Я не знаю, есть такая рыба-попугай или нет, но она была разноцветная, такая толстенькая, мясистенькая. Она такая плавала вальяжно, такая типа, ну что, ребята, что почем? Я вам сейчас все тут расскажу, покажу. Давай, детка, пойдем со мной. И на глубину такая. Оп! А я ты? Говорю, нет, ну я не готова на глубину, у меня-то размер погружения зависит все от моей трубки. Все, до свидания. И она философ. Говорит, ну, рыба-философ была прекрасна. Мы с ней встретились взглядом, и я поняла, что мне еще жить и жить, что я салага по этой жизни. Она тебе говорила, просто ничего. Говорила, ты ничего не я знаешь. Я все прочла это в ее взгляде, я прочла все. Она мне ничего не говорила, было бы странно, если бы я разговаривала с рыбами. Юля, ты что? Вот. Мало вина. Да. Ну что, и были такие ребята, которые, знаешь, во мне прочли лидера. Да, и что? Я плыву к одному рифу, а они за мной. Я плыву к другому рифу, а они за мной. Типа мне... я с тобой где-то. Типа давай, бро, мы с тобой, давай. Вот. Но в целом, конечно, мне очень понравилось. Некоторые рифы, ну я действительно, я не трогала их руками. Ни ногами, ни руками. Ты не покоцалась? Я покоцалась, походу, 2 раза. И здесь покоцалась. Так вот, я никого не трогала руками, поэтому я живенькая и здоровенькая, и полна впечатлений. В общем, где наш винчик? Давайте. Оно того стоило действительно очень красиво. Я рада, что сегодня мы здесь. Я не знаю, где мы будем завтра, но то, что сегодня здесь, я несказанно рада. А теперь песня. Калера автомат, чуешь коммунальные баги, ждет тебя возле петлю. Разумеешь тогда, что 3 шарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь в море, ты залезешь в город, усталюешь контакт. Разумеешь тогда, что и сегодня, и вчера наше место на 3 хитах. Упасимся! Эй, ла-ла-лай!
ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, так и ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Беларусь, нашу родную мать, треба в разных краях побывать. Зразумеешь тады, под твоими ногами твики ты нерухомо стоять. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакает, так и ты не чакай.